Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео мы с вами будем делать пасхальную композицию. И начнем с нарциссов. Беру отрезок бумаги 1,5 на 3,5 сантиметра и вырезаю форму лепесточка и оставляю обязательно ножку где-то 0,5 сантиметра. Затем просто растягиваю верхний край и еще немножечко его растягиваю, делая его немного волнистым. Отгибаю ножку. Вот такой лепесточек должен получиться. И на цветочек нам нужно 6 штучек. Для серединки беру отрезок желтой бумаги 3 на 3 сантиметра и немножечко его подкрашиваю масляной пастелью. Подкрашиваю верхний край с двух сторон обязательно. Вместо масляной пастели можно взять акриловые краски. Затем ту часть, которую мы подкрашивали, делаю его волнистым, немножечко растягивая, наношу немножечко клеем и склеиваю его, так сказать, в трубочку. Затем беру две тычинки, они у меня почти белые, бледно-желтого цвета, складываю их пополам и приклеиваю к проволоке. Затем вставляю проволоку с тычинками в свою серединку. Тычинки должны быть на уровне самой серединки, чтобы они не выглядывали. И приклеиваю серединку к проволоке. Прокручиваю между пальцами и начинаю приклеивать лепесточки. Наношу на ножку клей, приклеиваю сначала 3 лепесточка и стараюсь это делать так, чтобы они приблизительно были на одном расстоянии друг от друга. Затем остальные 3 лепесточка я приклеиваю чуть-чуть ниже предыдущего ряда, посередине 2 лепесточков. Цветочек готов, и теперь делаем листики. Беру отрезок бумаги 1,5 на 10 сантиметров и вырезаю тоненький листик. При этом края делаю остренькими. Затем тейпирую цветочек тейп-лентой. Отступаю, немножко тейпирую, отступаю где-то 1,5-2 сантиметра. И затем прикручиваю немножечко бумаги. Это бумага для выпечки. Отрываю просто, чтобы было у нас неровные края, и прикручиваю к цветочку. Затем добавляю 2 листика. Листики я прикручиваю не на одном расстоянии, чтобы один был выше, другой ниже. Цветочек готов, и теперь я расправляю листики, выгибаю их и выгибаю сам цветочек. Наш нарцисс готов. Для своей композиции я подготовила 15 штук цветочков, и теперь будем делать саму композицию. За основу я беру деревянный спин и вот такую небольшое гнездышко. Вместо спила можно взять пенопласт и предварительно его обернуть гофрированной бумагой. Я вырезала небольшой кусочек пенопласта для того, чтобы в дальнейшем буду вставлять туда цветы. Обклеила его гофрированной бумагой и приклеиваю к спилу. Затем приклеиваю сизаль. Клей наношу очень аккуратно, чтобы он не выглядывал. И сизаль также приклеиваю сверху. Таким образом у нас получается имитация травки, и спрятали гофрированную бумагу, которая не очень интересно смотрится. Затем приклеиваю гнездышко и вставляю цветочки. Я вставляла их в 3 ряда, делая от большего к меньшему.
Такой у меня получился интересный каскад. Первый ряд я вставила 6 цветочков повыше, затем второй ряд я вставляю 5 цветочков немного покороче, и уже третий ряд я делаю совсем коротенькие цветочки, вставляю всего 4. И вот такая интересная пасхальная композиция получается. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!